Так, сегодня понедельник. Кончились длинные выходные. Мы едем. У нас такая работа. Там 8 человек, 8 уверов. В том числе должны быть грузины. Я дома грузинов не видел, уже соскучился. И форман Кила. Кира это такой афроамериканец. А, успеешь. А, уже право. Право, да. Дождливая погода, поэтому все так одеты. Тепло. В кофтах. Начались дожди. Потому что зима, потому что скоро Новый год. Сколько до Нового года осталось? Пару дней, да? Дня три. Я не помню, 27, да, точно. Да, три дня. Через три дня Новый год. 27. Поэтому дождичек. Везде травка распускается. Когда дожди начинаются, все начинает распускаться. Холмы там тоже зеленеют. Вон там уже грузины приехали. Трак приехал. Все, мы идем. Пошли? Ну, у тебя ключ. Ключ закрывай, машина. Не люблю я, когда дома так плотно стоят друг к другу. И вообще, когда люди плотно живут близко друг к другу. Кому-то нравится. Прям домик на домике. Ну, я так понимаю, что в каждом доме своя семья. Но они вот такие трехэтажные, вверх уходят. Ну, на любителя, конечно. Хотя все есть, гараж есть вроде. Просторные дома. Во-первых, вид ужасный, друг на друга смотреть из окон. Смотреть на другой дом. Кастомер сказал, надо все маски надеть. Сейчас какая-то опять там волна коронавируса идет. Третья, десятая, не знаю, какая по счету. И говорит, оденьте маски. У нас 8 человек сегодня работает. Должна быть большая работа. Посмотрим. Сегодня мусор возили, вот они все баки выставили. Трех цветов. Зеленый, черный, синий. Ну так вот, если проулки некрасивые с гаражами, то улочка-то еще куда ни шло, смотрится. Ну, фасады у них более-менее. Это все равно какое-то нагромождение. Не очень здесь уютно. Как-то, не знаю. Бывает лучше. Вот, например, проулок. Должен казаться красивым, но для чего здесь дерево посередине, непонятно. В общем, мы сейчас вывозим индусов. И мне кажется, строили тоже индусы. Неуютно, не симпатично, некрасиво. Здесь сделана система ливневки, ну, все дороги с уклоном, со всех сторон уклон. И вот ливневка. Даже вот в маленьких домах сделаны ливневки. И что-то там нельзя выливать, видимо.
там типа рыбка живет. Куда вода уходит, там рыба живет. И вот сделаны сеточки такие, чтобы туда листья не попадали. Там внутри вот, если приглядеться, там видно. А в Коломне на главной улице нет ливневки. Люди весной на лодках плавают. Вот уровень деградации, да? В больших городах... Почему там насос ставят, все нормально. В больших городах нет ливневки, а здесь вот просто частных домов. Все как классно организовано. Тут у нас балкон. Балкон третьего этажа. Мрачные домики. Так, это у нас... Это у нас третий этаж, маленький, одна комната. А дальше типа спортзал. Ну, это не комната вообще ничего, но они вот сделали спортзал из него. Это у нас комнатка маленькая. Дом-то не такой уж и большой на самом деле. Слоники. Это у нас детская комната. Уэмбри. Это мастер-бедрум, да? Это называется мастер-бедрум, и здесь люди делают дети, потому называется мастер-бедрум. Называется с мастерством здесь. Отсюда выпускают маленькие дети. Там дети живут в вот этом руме, вот здесь, кис-рум. Делают дети. В доме лифт сделан для инвалидов и убогих. Можно на лифте подниматься. Anything else? Ты будешь? Нет. No, okay. Thank you. Sure, thank you. Че, это все? Наверное, все. Как ты would like сказал? Ну, типа. Что означает would like? Ну, типа, я хочу. Я хочу? А мне нравится? Нет, я не... I like. Head northwest, then turn left. А я желаю. Слушай, чем раскручиваться? Head southwest, then turn left. Давай, давай. Подъехали. Stand for it. Сколько стоит? Без понятия. Ну, он попросил, сколько денег-то? Ну, там было написано $9, блядь. Thank you. $9? Как раз мелочь появилась. У меня мелочи, знаешь, сколько? Не, он... Thank you. One moment, please. Thank you. Ты как ленивый американец. Почему ленивый американец? Ну, пешком не хочешь ходить, на машине все. Ах, если есть машина, зачем? Существует МакАв, это гениальная такая вещь. Я тут у американцев видел аптеку. Тоже подъезжаешь на машине. И? А давай я буду рулить, а ты будешь есть пока. Я только за. Назад поедем. Я только за. Здесь гораздо уютней. Вроде примерно то же самое, но дома пониже. Стоят друг от друга подальше. Райончик подороже. Вот в этот дом сейчас будем перевозить. И уже по-другому выглядит. Чай. Ну, сейчас Рождество. По-моему, вчера было Рождество, да? Вчера? Да. 24-го. И у всех новогодние инсталляции или
рождественский, там Дед Мороз стоит. Может, пальмы? А, ну, они тут на батарейках, эти Деда Мороза. Вот они валяются. Видимо, сейчас будут включены вечером, и включат новогодние шары. А вон включены. Вот такая типичная американская улица. Типичный американский поселок. Вот он, туда уходит провоз. Просто в продажу. Ну, когда одна фигурка, ну, неплохо смотрится, но когда их слишком много, это уже через чур. Он Долорес с маленьким Йодой. Ветер дует, там же деревьев нет в округе, гор нет, поэтому я не знаю, здесь это Фресно и Нью-Йорк. Нью-Йорк это, ну, чуть-чуть док от Фресно, это, как сказать, это восточный East Bay, то есть Bay Area, это все, что вокруг залива, где Сан-Франциско, Сан-Хосе. О, наш трак едет вон. Проехал, сейчас сюда подъедет. Все, надо трудиться. Будем трудиться. Что-то защитили, да? Ну да. А, скрулсы. Чего рупи? Ну, скрулсы. Нельзя с этим взять, честно сказать. В смысле, нельзя чего? Потому что шляп теряю, эти камеры не такой хороший стоит, поэтому... Ну, надо чуть-чуть деньги добавить. У меня, ну, может... Купить сразу второй, и проблем не стоит. Когда я этот потеряю, надо куплю другой. Вот, да, это правильно. Не, пока такой. Честно сказать, у меня есть дома. Второй панораму делать, все делать, верно? Я же не знал, что он не делает панораму. Я сначала сделаю первую, верно? У меня есть
вызвал. Приехали копы. И посмотрим, что сейчас будет. Что-то я боюсь пока подходить. Кто-то нажаловался, вызвали копов. Копы должны отреагировать. Мы сказали копам, что... Ой, блин, я же говорил, он с один всю перетащит, смотри. А он не один таскал. Не один? Помогали? Да. Вытащил стиралку. Это сушилка. Сушилка? Да, с газовой, которая. Ну, короче, коп сказал, вы это давайте побыстрее собирайтесь. Это сушилка. И все, вот он уезжает, там коп. Ну, машинка. Здесь такой бэк-ярд еще есть. Это место, где горит огонь, где надо сидеть. А вон там барбекю готовить. Это типа маленький фонтанчик. Мы сюда цветы носим. Мимо. Вон Виталий несет цветочки. Политые. Ну, everybody gets 30 off the rig. So everybody take $30, and then we got 25 to distribute, so. Все, мы уезжаем. Значит, получилось у нас 11.25, 11 часов, ну, почти 11.5. Это 250, чуть больше $250. 35 дали на чай, что очень странно. Ну, немного, конечно, но это... Как бы следовало ожидать, мы думали, вообще ничего не дадут, поэтому тянули время, как могли. А вот эти 11 часов, это все. Это ожидание, переезды, вот мы пока ездили, там в машине сидели. Стой. А разве тут не все линии стоят? Не знаю. Нет, не все. Ну, бывает. Не уверен, лучше постой. Вот, значит... Даже ну что ты так невнимательный такой? Ты разговариваешь, мешаешь. Можешь это делать дома? Это... Подожди, еще раз. Это 280... Ну, почти $300. Почти. Вот. Но в таком режиме можно работать. Работа как бы через день, через два. То есть на неделе 2-3 работы. Ну, если запросы небольшие, то... Это зато и не сложно. Чуть поработал. Чуть-чуть отдохнул. Ну ладно, все, мы едем домой. Уже темно на улице. Сегодня у меня выходной, вторник. Курточку одел. Прохладно стало. Ну, потому что облачно. Когда солнце, там градусов 20. Приехал в такие апартменты. Я покупаю на местной барахолке. Это Facebook Marketplace. Ну, типа Авито, типа Юлы в России. Голосовых помощников. Amazon, Echo Show, ну, такой с экранчиком. Google Home. Это маленькие такие, как гамбургеры такие. От Amazon и от Google они, ну, конкурирующие. И для них делаю корпуса. Я пытаюсь сделать их красивыми. Это мое хобби. Вот. А так как все равно для экспериментов я их разбираю, раскурочиваю. Поэтому... Покупаю бушные, но это недорого. Один аппарат стоит где-то долларов 10. С экранами, вот сейчас я беру за $25. Для экспериментов сам оно. Я не всегда беру еду в фудбанках, ну, потому что я яиц, например, больше съедаю. Я хожу в магазин, вот такой, Grocery Outlet. Вон там, вон там его видно. Но в среднем чек это $20-30. Вот, например, хлеб. Хлеб я покупаю по $1.89. Я покупал по 99 центов. Это такие длинные такие батоны, квадратные. И они порезаны для тоста. Ну, для, чтобы тост расставлять. Но Виталий такой, я хлеб не ем дешевый за доллар. Это все говно. Хотя мне нравится. В России тоже такие есть. Это не просто батоны, а вот именно квадратной формы. И они такие, они более мягкие. Хлеб такой мягкий. Он не черствеет. Я не знаю, как его так делают, но он долго не черствеет.
и вкусный. Ну, не знаю, короче, Италия такой не ест, вот приходится покупать по $1.89. Дальше масло. Ой, ё-моё. Масло 2,69. Это полгаллона масла, то есть 2 литра масла подсолнечного. 2,69, это значит где-то рублей 170, что ли. Может быть так, 170 рублей подсолнечное масло. Морковки я такие маленькие покупаю, малюсенькие, они такие очищенные, красненькие. Их я ем с утра на завтрак, да, так, по две морковочки, откроешь холодильник, съешь. И просто морковь. Морковь там, по-моему, килограмм, что ли, 2 паунда или 3 паунда, я уж не помню. $1.29, это значит 70, ну где-то около 100 рублей. Это где-то кило, полтора... А может, килограмма два там. Не знаю, полтора-два килограмма. Ну, короче, упаковка. Я не смотрю. Я покупаю, как, сколько мне надо. Potatoes. Potatoes – это большая упаковка. Там 5 или 6 паундов, $4. Такой мешок с картошкой. А, вот, секунду. Вот хлеб-то. 2,40. А, это яйца. Яйца 2,49. Это 18 яиц, это такие, ну, большие яйца, как у нас там первой категории. Потому что я люблю яичницу и люблю из 4 яиц. Но меньше 3 не могу, даже если я еще чего-то ем. Поэтому яйца улетают только так. И Виталий ест, все их едят. Но Виталий вот привередничает. Вот. И варю супы. Я люблю супы. Но в Америке проблема, у них нету нормальных приправ. Ну, американцев. Вот в американских магазинах нету. Это надо ли в русский магазин? Вот в русский магазин я покупал вегету. Там сразу килограмм такой. Еще Knorr. Knorr — это немецкая фирма. И здесь она в Америке не распространена. А я покупал, может, приду домой, покажу. Прям такие банки большие. По-моему, по паунду. То есть по полкило приправы. Набор такой есть. Куриные, куриные с томатом и говяжьи приправы. Вот. А еще сушеный чеснок я здесь иногда беру. Сушеный лук. Ну, порошком лук такой прям насыпаешь. Еще смесь такая барбекю. Барбекю, она как, ну, для мяса такая очень хорошая приправа. То есть нужно еще поискать. И иногда из двух, из трех приправ что-то получается более-менее. Черный перец только тот, который сразу размалываешь, вот, потому что он иначе он пропадает у него, вот это улетучивается. То есть я засыпаю в эту, которая молит этот перец, и тут же прям его крошишь в еду. Вот. И что еще приправы какие? Здесь проблема с вкусной едой. То есть еда ты сколько хочешь. Только ее надо как-то вот что-то вот добавить, какую-нибудь хитрую приправу. И сейчас попробую еще заказать Knorr креветки. И еще я там нашел какую-то фирму, чтобы не было соли. Потому что очень часто в приправах соль. А вот эти я купил Knorr без соли. То есть приправы есть, соли нет. Почему? Потому что многие, ну, не скажешь, чтобы жульничают, но ну, так делают. То есть соли больше всего, и получается, что ну, ты соль покупаешь, а зачем? Когда я всегда могу посолить. И сейчас я стал готовить такие недосоленые блюда, это очень круто. Еще есть классная приправа, сирачо. Сирачо, звучит так, сирачо. Но на самом деле это острая приправа, какая-то вьетнамская, что ли, или китайская. И еще надо сходить в какой-нибудь пакистанский или в индийский магазин. Там у них хорошие приправы, интересные. А, само собой, карри, паприка и кумин. Зира здесь нету, зиру не продают, а кумин продают, ну, хотя бы так. Еще что? Ну, в принципе, все. Еще глутамат натрия надо купить, но его только можно в Амазоне заказать. Я вот эти приправы через Амазон заказывал, потому что в обычных магазинах я хожу, этого не вижу. А глутамат натрия здесь как-то называют аббревиатурой МСГ, что ли, как-то. Какие-то три буквы, вот, но ее тоже надо купить. Кто-то там против глутаматов, но глутамат — это лучше, чем соль. Это тот же натрий, только его меньше сыпешь в еду. А вкус такой же вкусный. То есть я, например, за глутамат, я против соли. Ну ладно, все, еду домой.
quarter mile. Turn right. Вот к 1 января все листья окончательно опали. Но интересно, что роза распустилась. Вот так вот под Новый год здесь розы распускаются. Это еще только бутончики. Да, такая вот осень. Такая наполовину осень, наполовину весна. Вот там холмы. И там трава сейчас прям вот поперла. Они зеленые холмы.